пожаре площадью 20 квадратных метров погиб человек. В воскресенье днем загорелся двухквартирный дом на 24-й линии. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и 35 человек личного состава. В огне погиб хозяин сгоревшей квартиры, мужчина 1938 года рождения. Причины произошедшего выясняют. Есть несколько версий возникновения пожара. Неосторожное обращение с огнем погибшего и неисправность электрооборудования. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности. Чтобы предотвратить пожары в частных домах и в квартирах, необходимо соблюдать следующее правило пожарной безопасности. Не допускайте детей, не поручайте надзор детям за топящейся печью, котлом, работающими электронагревательными приборами. Не перегружайте электрическую сеть. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами. Розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями запрещен. Не допускайте перекаливания печи. Не сушите одежду и другие предметы вблизи очага.